Всем привет, дорогие друзья! С вами группа EGT, один из администраторов Денис. И сегодня в данном видео я хочу вам показать и познакомить вас, кто не знаком с данным режимом, а именно с режимом создания финишеров. То есть хочу вам показать данный режим, как раньше все в нем проходило и как создавались приемы и, соответственно, анимации. Для показа я выбрал, собственно, ту игру, в которой этот режим впервые появился, а именно SVR-очка 9. Вот тут появился впервые, потом он дальше получал апгрейды в каждой части. Сначала добавляли возможность провести финишер с канатов, потом добавили возможность провести финишер с угла ринга, добавляли также анимации. Это вот как он, 10, 11, 12, 13, 14, вот он все так развивался, и потом его тупо выпили, к сожалению. Хотя режим был полезный, особенно создавать финишеры тех приемов, которых нет. Выходило более-менее похоже, но также находились различные нехорошие люди, которые создавали всякое нереалистичное говно для онлайна. Так, ну ладно, приступим к показу анимации. Вот тут финишер состоит из 10 этапов. Первый этап — это нужно выбрать, в принципе, то, с чего вы хотите начать ваш прием. Вот, нужен гадкик, гадпанч, с коленки. Хочу сказать, что, в принципе, все приемы, которые тут есть, которых идет финишер, они все со старых игр, то есть создание финишера — это набор очень старых анимаций, древних, со старых игрушек. Поэтому если в 19 это вернут, то будет, наверное, то же самое. Тоже старые анимации, тут, наверное, не такие прям древние, как здесь, со времен Sonic 2. Наверное, будет все-таки немножко как-то, ну, посовременнее, что ли. Может, как раз-таки вот с пастгеновских рестлингов. Вот тут тучок слэм, ДДТ. Я вот не знаю, с какой позиции создать хайджек. Так, лифт-ап, Оклахома, пал-драйвер, пауэрбомб. Не знаю, какой финиш, откуда создать финишер. Самон-дроп. Давайте самон-дроп, типа такая самая стандартная позиция. В плане того, что нож пожарника самая более-менее такая продвинутая. Давайте ее возьмем. Так, вторая анимация, это мы уже можем либо сразу закончить, смотрите, тут Last Call, либо Steam Roller. Так, дальше может всякие вот переводы, смотрите, в аргентинский кулачок, по коленку, и потом так забирает, либо так на бакбрекер привести, тут уже такая идет, что-то типа Carry System, видите, какие все переводы вот эти, Dreamer Driver, FU, он же AA, Face Plant, типа в катер, вот Fireman Carry, французская бомба, GTS, еще выше поднять можно, можно перевести в Оклахому, на плечи закинуть, самоудроп, клатч вот так вот покрутить. Четвертый, это вот немного другую позицию, шок-дроп, стимроллер. О, вот такой вот, давайте поставим, чтобы продолжить. Шулдер-катер, вот томпстоун, клатч, давайте. Третий, абсолютно то же самое. Давайте AA возьмем, будем называть. А, вот сразу видите, идет комплит, можно закончить это вот так вот. Crash Landing, а это ж Exploder Suplex, точно. Dreamer Driver, FU, Глаз Сокола, Suplex Slam, это как Goldberg. И такой Swing Shooter, Cutter Impact. Но нам придется поменять вот эту штуку, да. Потому что я не хочу сразу так заканчивать, давай вот так. Сам где он тут в другую куда-то позицию забирал. Так, Оклахома, давайте в Оклахому заберем. Тут, смотри, вот таунт появился. Вот, можно Go to Sleep провести, можно такую штуку. Так. Вот так, что здесь можно прокрутить, оклахомить, пауэрслэмить. Пауэрслэм, Оклахома. А, по-разному падает, да. Вот так можно Godbuster сделать. Видите, тут вообще очень много возможностей. Вот эти всякие мини-заходы на приемы. Так, вот 360. Давайте поставим. Нет, поворачивать не надо. Можно таун добавить еще. И вот такая вот безумная херня получается на самом деле. Давайте Power Slam, Oklahoma. Бамс. Бамс. Что-то типа финишера Стромана у нас получилось. Такая апгрейдженная версия Стромана. Очень жесткая на самом деле. Крутит таунт, и потом Power Slam, да. Брон Строман 9. Давайте поменяем все. Так. Добавим с удара. Вот, допустим, Gut Kick, самая такая классика.
И тут, кстати, дофига вариантов. Открывается, как можно закончить матч. Вот, как можно вот это все закончить. Бэкстеббер, Кодбрейкер, не фейсбастер, это старый очень прием. RKO, Summon Spike, Spinning Neckbreaker, Stunner. Так, Switching Music, тоже древний, конечно, все. Twist of Fate. Вот Twist of Fate нормально смотрится. Так. А также можно включить и полное безумие, и, допустим, вот такое. Видите, какая скорость, это же капец. И потом забирать в Chokeslam. Так, или в DDT-шечку. DDT-шечка по-старому берется, очень древний захват в DDT. Dreamer DDT. Пустое, блин, Execution. Old School DDT. С переворотом всегда от Fistbusters. Spinning Neckbreaker, Spinning Neckbreaker 2. Winning Neckbreaker и... То есть Winning Neckbreaker и Twist of Fate. Я хочу дойти до таунтов. Вот этот был. Тоф как раз. Kick out. Да, вот такой быстрый. Ладно, что я озвучиваю, аж не играю так. Бамс, вот такой быстрый ДДТ. Еще можно добавить гадкик. Чтобы таунтов побольше открылось, я уж не помню, что там надо сделать. Таунтов открылось намного больше. Вот хотелось бы вспомнить, а вот не помню. А, хотя я примерно знаю. И Макмисек, вот там, смотрите, появились, да? Бицепс Кис, Сигар, Бёрн, это вот JBL, старый таунт, Дестрой. Ну, это я не знаю, чей. Ист Файнд, не знаю, чей это таунт. Вот это DX. Да, это DX. О, говорилось, это что-то выдуманное. Сокет, сокет, ну да, это DX. Появились вот таунты DX, давайте поставим их. Как вариант. Можно их уменьшить скорость. Так. Смотрите, как уже получается. Хрень, конечно, получается кастурная, но. Бамс. Бамс. Это полное издевательство над соперником. Такой замедленный сакет. Так, и. Вот. Дальше надо. Вот, можно создать, видимо. Стайлс Клэш. Да. О боже, вот обратный клэш. Неплохо. Обратный клэш. Кстати, классно смотрится с обратным клэша. Видите, какое безумие получилось, а? Вот с канатов с угла можно было примерно тоже творить. Хотя с угла было прикольно. Можно было создать, допустим, Avalanche RKO. Avalanche Execute Adjustment. Только уже в более поздних играх был баг, что бот постоянно вырывался с каста финишера. И не было смысла, в принципе, им вообще заканчивать бой. Так вот туповато бывало. Так, давайте вот это поставим. Теперь же тут открываются точно такие же завершения приемов. Абсолютно такие же. Мы сейчас добавим больше ударов. Их стандартных. И kick to groin. Так, или вот это. Это было. Так, о! Как раз разворачивает. Нормально. Так, нового ничего не открылось. Так. А вот он, тут уже закрылись различные варианты, только Awakening Neckbreaker появился. Оу, степ можно включить, можно в реверс DDT переделать. Тут танкол голдастовский, какой-то странный, странная версия. Extreme Twist of Fate, дроп. Опа, Electric Chair Position. Что можно создать с Electric Chair Position? Давайте посмотрим. Гордига дроп. Повернуть можно. Вот, опять же, на Stars Clash можно выйти. Deadlift какой-то. На бомбу можно перевернуть. То есть можно было в то время создавать вот эту, допустим, бомбу из позиции Electric Chair. Это прикольно. Кстати, вот Deadlift. Вот. Вот так можно выбросить. Вот так можно. И вот так. Неплохо. Опа! Давай бомбу. Бомбу переведем. Junk Knife. Impact, Junk Knife Bomb. Просто три бомбы, импакт. Быстрая бомба. И Last Ride. Но он, по-моему, не так высоко поднял, чтобы ластраудить.
Вот, вот так можно еще. И закончить какой-нибудь бомбой. Например, вот такой. Бамс. Бамс. Так, я тут скачал какую-то, кстати, сохранку, друзья. Наверное, сейчас включу матч с кастом финишером и покажу вам, как это в действии выглядит, сам этот кастом финишер. Сейчас сначала вам вот этот покажу. В принципе, видите, как получилась такая, можно сказать, двойная бомба. Я даже не знаю, как это назвать, но она без удержания. Так, ладно, сейчас я вам покажу кастом финишер в этой игре. Приполыч Халк Хоган на военной арене. Вот плюс в этой части был, что тут финишеры очень быстро набираются, буквально за несколько секунд. Тут 3-4 мощных приема, и финишер у вас. Ох, господи. Просто хочу вам показать кастом финишер, а не полностью матч играть. Так. Так. Так, блин. Вот комбо. Геймплей тут, конечно, такой. Немного непривычный уже. Лично для меня по этой игре. Ой, пусть. Так, вот давайте сейчас мы будем заканчивать. Кстати, кастом финишера можно название писать, либо свои, либо брать готовые. Если брать готовые, то, по-моему, комментатор будет их называть. Так, вот, вот, смотрите. О, сакет, сакет, сакет. Так, и вот такое педигри, да. Такое, такая более старая версия без разворота. Так. Раз, текстура, конечно, пиздец. Ладно, матч до конца играть не буду, ребят. В общем, я вам показал режим создания финишеров, как тут раньше это все выглядело. Ну, если будет такое в 19-й, то будем ожидать что-то примерно такое же, только анимации будут. Ну, более, конечно, посовременнее, но и старые, думаю, тоже никуда не денутся. Ну, идем, надеемся, верим в режим создания финишеров, и тогда в онлайне будет много-много-много-много всякого ужаса с подлетами на 2 метра. Ну, а с вами был Денис, группа AGT. Всего вам хорошего, не болейте, всем пока-пока.